Сергей Сергеевич, мне кажется, надо ближе к Ане Владимировне держаться, чтобы ее страховать. Поднимай вот так вот, себя сюда. Давай. И теперь иго-го, надо было как на коняшке прям с нее соскочить, конечно. Кто четыре уже сделал? Я уже сделаю. Все, доделаю все четвертый, да. Кто четыре давным-давно сделал? Я. Кто? Ты давным-давно сделал? Ты уже пятый делаешь? Нет. А какой? Просто висишь? А почему ты без инструктора там висишь? Нет, ты должен был подойти ко мне, к Артему Станиславовичу, к Максиму Сергеевичу. Ты должен был подойти и сказать, что мне делать. Иди сюда. Шпагат. Рассказывай, что ты там делал. Все, аккуратно. Шпагат. Больше ногами. Руками так стоишь. А это как? А это как испугаешь? Нет, объясни. Ногу ставишь. Так, виси на перекладине. Да. А это как же вот так? На подколени, да. Да, на турнике, да. Молодец. Прокрут виси на перекладине, скажем, на левом или правом колене, не под колени, да? Хорошо. Ну теперь давай, Максим Сергеевич, возьми с собой. И делай этот элемент, конечно. А еще параллельно к нему еще какой-нибудь подводящий там или разводящий сделайте. Аечка, ну давай финтани как-нибудь. Ну, Серег, помогай. Финтан тут надо. Попробуй, залезла, ножку одну перекидывай. Теперь другую перекидывай. И ты, получается, поменяешься лицо и ноги местами. И бочком теперь со спины, как через мостик соскакивай. Конечно. Как через мостик. Ну, типа того, ладно, да, красивее это дело. Да, каждый раз стараюсь красивее. Сейчас Серег поможет. Подкинь тут на тренажер. Нет, лицом туда. Лицом туда надо. Да, тебе надо перескочить. Помоги, парнишки, на сорокуху. Всех, кто захочется, всем моим. Найди, пожалуйста, называется такая спортивная кости. Сейчас пришлю. Да, и ссылку.
Там ставится аккуратно, которая у нас там стоит. Надо... Вот такая музыка, например, он разворачивается. То есть он не пойдет по метру, а как мне видеть, там нет долгорешающего вот этого. А, ну и да нет, вы можете вот из этих пузырь какой-нибудь знакомый. Ты ему ссылку, да, просто правильно, на страничку. Руки вперед. Или оно называется, можно написать, спортивно-культурный комплекс. Нет, спортивно-культурный комплекс вместе. Есть? Сообщение, посмотрите, сообщение. Хорошо, у меня удаляли. А, там бывает, да, вообще, если вы хотят поставить, этот человек несколько. Я правда не понял, зачем. Посмотрим, к чему это приведет. Сейчас, подожди, пока не надо. А, вот. Женщина. Вылез здесь куда-нибудь, попробуй сама. Там, наверное, не тот для него, а те, кто не будет. Вот так у меня для двух столько звезд. Я не знаю, как она крепится, это чтобы я прибыл синий красный. Не, это можно размотать. Я не понял, как она крепится. Она просто разумает. Нет, это просто кусок ткани. Че, нету музыки? А ты на колонке можешь другой телефон? Серый, у тебя... Денис, у тебя телефон с собой? А, блин. Ну да, или Серег, надо телефон, который этот, на СКК вместе на группу есть, друзей. Музыку, чтобы она... Чтобы она так посидела. Так, Макар посмотрел. Посмотрел, да, так. Скотч. Жаль, полный или типа? Я вижу синий красный. Мне полные руки. Мне такая сейчас. Мне руки полные. Да. Жаль, полный. А если реально сейчас будет подрубить, потом будет. Ну сегодня слушаем, все и сколько. Вообще не ощущается. О! Давай, давай, еще минус 21 час. И вот заметьте, так холодно, как было, да. При минус 20. Все, аккуратно только спускайся. Не. Пойдем шпагат. Нет, у вас спиной просто надо. Так. А? Здесь вот рядом. И упражнение на шпагат делаем. Мы тоже с тобой дома делаем. Повторяем все здесь. Нашел? Сказал не все. Зашел? Можно на такой. Так, вот они здесь. Ты как люди, соединяем. Спину ровно. Снизь стенки жопу. Жопу стенки. Дарья, все больно. Обнося Бога. Дарья, покойся за Бога. А какой там есть? Давай музон. Какой-нибудь для выступления. Покрутану под музончик просто покрутить. Красивый. Типа, как вот, не помнишь, в Алых парусах выступали тогда? Драк на световых ключах. Я тебе пофиг все вообще. Не, так он. Не, это просто он что первый сейчас. Иностранное. Не. Это ты в группе? Точно? Надо не в группе, надо не в группе, надо на страничке. Одна страничка. В группе другая чуть-чуть. Приездная страничка, больше не даже. Тут остановка, я на шишком клавиатуре. Ну, у тебя знакомый играет, это композиция там. Ты играешь. А, я же снимал. Ну, я видел, что снимал. Ага, ты понял, сразу что-то сделал. Мне так намного легче.
О, да, вот и давно. Я красный же, да, определил. Вот ее я заряжал 8 часов. А она зарядилась 4 часа. Ты до этого не заряжал, ничего не делал? Нет, вообще ничего. Второй прикол. Это 8 часов, а 4 часа. Вот, дай секундочку. День сна, что ли? Вот. Повисишь. У нас еще есть только полчаса минимум. Да, все по делу, часа есть у нас точно. Название скажи мне эту песню. Или ты подключишься сам к его колонке? Не, название. Или ты не название? Давай, колонки. Есть? Ну, да. На Bluetooth. На Bluetooth, вот тогда нажать. Тогда на. Спиши название. Или, да, спиши название. Такая более... Там вообще есть разобрался, может помочь еще представляете? Не, а что, я смотрю, я стараюсь где пазы попасть. Да, да. Белый штрих, больно смотреть. Белый штрих, больно смотреть. Не, я не упал, кстати, на больно. Конечно, а что это я вообще знаю. Ошибка с китайским. С неправильным переводом, да? Вот такой вот можно тренировку начать, если можете. Здесь хороший. Перевод знаешь о чем? А? Перевод знаешь о чем? Да. А ты кто пусть? Я пока хочу, вы должны сами понимать. Смотрите, ты уже подсказал в самом начале, если внимательно слушали. Смотри, что по-английски. Но я ненавижу правила, я знаю, что происходит. Он поет вперед, типа надежда. То, что как раз ты подразумеваешь. Светлое будущее. Ну да возьми. Помоги Максиму, пожалуйста. Первое включение, смотри, вот я инструкцию сейчас прикол. Но пользоваться USB. Первое включение. Вывести из спящего режима 4 секунды нажать. 4 секунды нажать. Давай. Ну оно и получается. Да, 4 секунды. Помогает. Вот, он включился. Это... Сейчас запаузу. Давай выберем, ну это включение. Изменить цвет пленка. Зажимаешь на 2 секунды. 2 секунды. Жады как мешок. Смотри, первый, дай мне включу просто. У меня синий. У меня зеленый. Вот выбери цвет пленка. Видишь, у нас на 2 секунды зажми на 2 секунды. 2 секунды зажал, нажал. И один раз нажимай. Нет, зажми на 2 секунды. Два раза моргнет? Нет. Не, он в смысле это его режим. Парень, вы слышите меня? 2 секунды зажмите, он два раза моргнет и потом нажимаете. Ну что, стоит. Два раза там должно быть. Да, 2 секунды. Убирайте цвет. Я бы советовал бы этот красный, этот синий. Это будет веселее. Можно и по-другому хотите. Звездные войны. Да, мы сейчас еще и спляшем. А свет выключите, да? Да, по-любому. Покрутим еще. Все будет четко. Вот
смотри. Вот смотри, его можно просто переключать. Да, сейчас переключаешь, и потом надо зафиксировать. Какой цвет? Ну, вот, который зафиксирует, на 2 секунды вы нажимаете, и чтобы его зафиксировать, он оставляется в этом режиме. Какой оставляет? Синий. Ну, синий, мне нравится синий, я на ручке синий намотал, а это красный. Есть там, Сейчас, да. Эффекты. Потому что мы проверяем эффекты. Нет, ты не зафиксировал, Нет, по-моему, да? Красный. Давай, четвертый. А еще красный может быть? Вот это краснее будет. Да? 2 секунды. А, ну давай, перелистывай, да. Давай. И нажимай 2 секунды, и он зафиксируется. Следующий. Все, отпускай, нажимай разок. 2 секунды сейчас. Там он даже моргает. Будьте аккуратнее, пожалуйста. Ну, я Смотри, теперь надо 2 секунды держать, и он будет зафиксироваться. Раз, два. Вот мы прослушали. Давай 2 джедай. Еще раз. Что, я уселся? Я могу озвучивать. Вообще можно было без озвучки, просто это, либо его убрать. А если он у вас упадет, он разобьется? А не играться может. Какой материал? А, это да? Это поликарбонат, да, Данечек? Да. Конечно, нужно. Знаете, это бывает? Ты чё? Сева, напал! Нет. Ну давай включай калейду. Рандом это ты сам настраиваешь. Я сейчас сам раскачиваю. Ну это не рандом, а это ты сам его настраиваешь. Попробуй. Раз, два, три. Покажи, кстати, дай. Посмотри, как играет.
Избушка там на кульбе ножка стоит без окна, без двери. Лесом дом и длинный пол. Там за редкий день полный, на бред песчаный и пустой. И птицы прекрасны, чередой разной. Давай, как полагается. По 4 раза. Опускай. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почти сама сделай. Давай. Когда вот вдвоем скорость задается, вот это вот. Как там? 6, 7 раз сделай. 8, 7. После 3. Во-во-во, давай на скорость. Посетрочки идет перед собой. Как-то выступление, что там, переделать, да. Проворот, да.
теперь свободные, сольные, сольные. Да, еще могли элементы здесь все понесли. Давай. Мы с товарищем дрались. Атаман у нас молоденький, не выдадим его.
Синергия и узгоним за него за ногами. Почему? Вот видите, опять в разные руки, разный клад.